Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DC World Collide. Так, забираем с тобой все награды. Так, теперь, наверное, сюда зайдем. Посмотрим, что у нас тут выполнено. Так. Ну, допустим. А как мне вот это все пооткрывать, а? Скажи-ка мне на милость. Загадочник тут у нас что-то выпендривается. Ну-ка, если я вот так, например, принять. Нет, что-то это мне не нравится. Типа мы какие-то делаем поиски. В общем, мне непонятно, что тут нужно сделать. Так, здесь у меня нет жетонов для того, чтобы открыть остальные вот эти все ячейки. Заберем. Так, ну что, можно, в принципе, пойти на прокачку. Так, секундочку, у нас еще что-то здесь. Обязательно это забираем. Так, и сундук. Как-то так. Ну, а теперь посмотрим, что у нас по характеристикам. Так, девчуль, вот эту нужно... Ага, резонанс. У нее идет 10% к атаке вместе с фризом и вместе с акулой. Но я их обычно, ребят, в компанию не беру к себе. Автоэквип. Так, слушай, ну неплохо. 3500 у него мощей. Так, 41 уровень. Давай дальше прокачивать. Слушай, может быть, мы его до 4000 поднимем, а? Давай. Е, 4000 у него мощей, прикинь. Так, у него опять же с фризом идет. Ребята, HP 4% и защита 2%. Слушай, а где же у нас этот профессор? Ну-ка, подожди. Так, у нас еще, не забывай, есть... Пингвин. Профессор. Вот он, друзья. Но у него 3 звезды всего лишь. А он почему-то с пингвином идет в резонансе. Прикинь. Ах ты жук. 3 звезды у него. 3-звездочный этот персонаж получается. Дай-ка я его, наверное, попробую сейчас прокачать. Так, это 11 уровень только лишь получает. А он у нас кто? Он у нас страж? Так, мы открыли ему новый скилл. Замораживает на 2 тура. Слушай, ну вот насколько я помню, вот этот тоже паренек, в принципе, неплох. Я видел, что он делает. Задние ряды он прошибает просто великолепно. Давай, наверное, тоже его немножко подкачнем. Мастер... отражение, или как-то так его звать. Так, вот, ребята, у него зеркало, да? Так, это какой у него там уровень? 31-й. Погнали дальше. Все. Закончились у нас кристаллы. А вот у него скиллы открываются. И можно повысить ему ранг. То есть до 4 звезд получается. Да, друзья, 4 звезды у него. Ну что же, неплохо. Можно будет взять его в команду и протестить. Как по мне. Так, что у нас еще тут есть? Да дофига он тут, ну, у нас тут что есть интересного, на самом-то деле. Тут можно прокачать уровень. Окей. Слушай, ну смотри, 27 уровень имеет... Вообще шикарно. Так, давай дальше смотреть. Вот это вот когда откроется, что это вообще такое здесь? Мне пока непонятно. Вот тут что? Ай, зачем мне этот пак? Этот пак мне не нужен. Блин, как же мне хочется получить этого чучка. Мы увидели, да, что он делает, на что он способен. Он крутой. А вот это вот где брать? На каком ивенте можно зарабатывать? Тоже пока не ясно. Давай-ка посмотрим, кто у нас здесь. Ага, типа Бэтмена. Слушай, я предлагаю с ним повоевать. А можно посмотреть как-то его характеристику? Кто он вообще такой? Ага.
Блин, не показывает. Ладно, давай попробуем подраться с ним. Так, выбираем. Возьму капитана холода. Так, тебя поставим мы, наверное, на задний план. Сюда возьму Франка. Этого, наверное, тоже на задний план. И Бэтмена. Посмотрим вот такую команду. Как она у нас тут будет себя вести. Поехали. Что это он такое сделал? Не понял. Куда он Бэтмена-то мне испарил? Так, секундочку. Я не врубился, где у меня Бэтмен. Он его куда-то... В воронку в какую-то его засадил. Вот он появился. Так, ладно, сейчас посмотрим, как тут все у нас пойдет. Я специально сделал медленную скорость. Так, Франк. А он один остался, да, получается? Ты гляди-ка. Зашибись, да, он сейчас вылупил нам. И что, так и будет теперь сидеть на этом? Батаран. Все, ребят, мы его сбили. Так, опять защиту ставим. Давай. Шикарно. Так, а он еще призвал двоих, да? Стрелки вшивые. Правильно, так ему. Слушай, ну это только лишь первого. О, опять он вызывает. Это только первого уровня. Сейчас мы его победим, будет второй уровень. Надо, наверное, немножечко скорость быстрее поставить. Ну давай двоечку. Так. У нас отхил идет, я так понимаю, да? Вот это вот означает, что мы отхиливаемся. Так, ну это только первая была стадия, как я могу понимать. Вот, уровень 2. Ну что, поехали. Давай посмотрим, как на этот раз все пройдет. Ё-моё, 40 тысяч мощей у него, прикинь, 40 тысяч. Это жесть. Ну, давай сколько сможем пройти, столько пройдем. Все равно награду нам какую-нибудь дадут. Вот это вот непонятно, что за дебаф такой. Глаза какие-то у нас, вот видишь, высвечиваются. Я не знаю, что они делают, но всяко нам как-то не мешает. Может быть, понижает нам защиту или еще что-нибудь в этом роде. А может быть, меткость понижает. Так, бьем лучом. Сейчас у него будет уже 4 полоски здоровья. Вот он опять вызывает свой мотоцикл. Ну, главное, капитан Холод делает защиту. Вот. Сейчас будет, кстати, побыстрее разбираться. Когда у него вот эта вот мишень находится, враг разбирается быстрее. Смотри, еще одного убрали. Вот в эту воронку. Давай, массовой атакой. Есть. Прекрасно. Ай, сейчас девчулю у меня подобьют, кстати. Мы его оглушили. На, на. Так, Бэтмен делает свой суперудар. Неплохо. Сейчас уничтожит. Капитан Холод делает, конечно, защиту, но... Смотри, до 3 полосок жизни мы ему довели. До 2 даже. Вот сейчас полягут у нас многие. Да. Смотри, у него еще защита какая-то. Вон, видишь, синяя. А что, у меня остался... Чего? А что так быстро-то? Вроде было нормуль, и на тебе, все. Ну, смотри, на уровне 2 мы добились 60%. Конечно, не дошли до сюда. Ой, зачем я это сделал? Не надо. Там уже дальше бесполезно драться. 100% тебе говорю. Так, что у нас здесь? Угу. Второй, типа второй уровень, да, у нас? Доступен. Первый же мы прошли. Теперь у нас второй.
Допустим, здесь у нас что? Глютоний. Кто это такой, что за глютоний? Глютоний. Глютоний. Пока тоже непонятно. Но это арена. Самая обычная арена. Элитка. Давай попробуем челлендж сыграть. У нас сколько мощей сейчас получается? 22 тысячи. То есть, ну, в любом случае, мы здесь 23 тысячи. А если я, например, поменяю вот так вот? А есть... Нет, ну этого, наверное, мы оставим все-таки. Ладно, давай попробуем таким отрядом. Скорость будет троечка у нас, потому что все равно это арена. Но не у нее особо команда, я смотрю, такая, да? Тоже фриз. Этот голем. На. Фриза мы уже уничтожили. Голема тоже убили. Манту сейчас, наверное, тоже быстренько уничтожим. Нам просто надо сделать пару массовых атак, и все. Ну давай, что-нибудь придумайте. Есть. Капитан Бумеранг отдупляется. Ну и остается Блэк Манта, которую, в принципе, без проблем ушатываем. Да, друзья. Жетоны идут, кристаллы идут, и это хорошо. Элита. Мы переходим на следующий, ребята, ранг. Элита. Одна. Так, потом идет герой. Ну-ка, давай посмотрим. Слушай, я так понимаю, вот эти вот ключи, если они у тебя кончились, то сделать мы абсолютно ничего уже не сможем. Даже поучаствовать не сможем. А ключи мы эти где добываем? Тоже непонятно где. Так, у него команда фризов здесь, смотрю. Так, ну этим двум, наверное, уже крышка будет, скорее всего. Так, точно. Даже Блэк Манта им тут не поможет. Бэтмен наяривает по Куин. Она врывается к нам со своей дубинкой. Понятно. Ох ты, что она делает? Она еще и отхиливается, прикинь. Она отхиливается. Так, закончились с Куин. Сейчас закончим также с Капитаном Отражения. Ну и остается Блэк Манта. Естественно, ему сейчас тут трындец будет. Вот и все. Проще пареной репы. А сколько нужно сделать? Мы уже в героях 2. Соответственно, забираем награду. То есть каждый бой нас переносит все выше и выше по рангу. Слушай, я тогда хочу еще подраться. Так, уже смотри, 22 тысячи. Так, ну давай попробуем вот с этим вот подраться. Команду я менять не буду, но, как ты видишь, уже разница не особо большая. Что же он делает за этим цветочком? Так, а это кто у него такой? Как его звать-то, я забыл. Это же вроде бы он с двумя дубинками-то слепой. Как его там? Эх, не помню. И магичка у него там сзади есть. Не есть, это все хорошо, друзья. Так, заморозил, да, все-таки мне Капитана Холода. Франк, давай. Сделай свой козырный удар мечом, как ты любишь. Вот это плохо. Давай, руби. Так, он магичку решил бомбить. В принципе, нормально. Так, у него остается Робин. Дедшот. И мы тоже, кстати, сделали, да? Я думаю, что магичка... Фига, она перекачала за руби. Ты видел? Отсюда взяла и немножко себе добавила. Не, по-моему, здесь ничего не светит. Мы разбомбим их. Так, этот готов. Магичка готова. И остается лишь Робин.
Что ему здесь с нами делать? Бесполезно. Мы его сейчас уничтожим. Слушай, ну шикарно. Мы переходим в Hero 2. А почему не дали нам награду? А, мы были в Hero 2. Нам нужно перейти в Hero 1. Это чтобы перейти, нам нужно получить 1500. А у нас в данный момент 1486. Да. Тут уже что-то, ребят, напряженка. Пока не пойду я туда. А вот это что, открыто у нас? Нет, не открыто. Это пока недоступное. Так, давай заберем здесь все. Коллекцию нашу. Так, посмотрим, что у нас тут. Это все забираем. Все? Так, сундуки, конечно же. Про сундуки-то забывать не стоит. Так, а здесь мы можем открыть. Ну что, попробуем? А вдруг нам фартанет? Не фартануло. К сожалению, не фартануло. Блин, я не знаю, что тут нужно сделать, чтобы получить легендарную, ребята, карту. Вот серьезно тебе говорю. Так, мы получаем жетоны. А вот эти жетоны нам нужны как раз для открытия. Ага. Ну все, 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 че вы? А сколько стоит одно открытие? 3 штуки их нужно, да? Давай-ка здесь заберем. Теперь хватит? Хватает, 50 жетонов еще получили. Да, по нолям, как ты видишь. А здесь у нас что? Опа, еще 60. Заработали потихоньку, потихоньку мы накапливаем эти самые ресурсы. Tap to Hero, а что такое Tap to Hero? Пазл 8. Как-то вы сказали принять, друзья мои, в гильдию. А как их, как принять-то? Я что-то там сделал не то, и теперь ко мне как бы никто не может войти. И мне сказали поменять. Поменять чего? Так, давай-ка мы откроем сундук, кстати. Сундук-то мы не открывали. Так, что еще? Вот это вот используем. Карточки получили. А вот это вот для чего, интересно? Сертификат лабораторный какой-то. Тоже пока непонятно. Здесь тоже заюзаем абсолютно все максималку. 144 тысячи монет. То же самое касается и этого. Еще 576 тысяч. А это что? Экипировка. Вот это тоже заюзаем. 17 тысяч опыта. восемь тысяч монет. Это вот почему-то нельзя. Так, это нельзя, 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 нельзя. Так, вот это можно. 180 из осколков мы сделали. Ну, обычные осколки. По максималочке. Ну, отлично. Осколки есть. Нужно будет их всех собрать. Потом только можем с тобой открыть. Или открыть, или пропать персонажа. Что здесь? Ага. Мы же можем с тобой пойти на новую локацию. Так, Бэйн. Бэйн тут у нас, да? Значит, выпендривается. Так, наверное, здесь... А что у нас тут? Ящик этот я обязательно заберу. Потушили. Ну что, атакуем его? Давай, 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 бомби. Файт. Надо будет единственное, что поменять, наверное, нам команду. Да, команда у нас еще со старым составом тут идет. Со старым составом. Стоит ли нам брать этого, или все-таки...
Блин, 21 уровень мало. Давайте так вот сделаем. Посмотрим, как у нас пойдут дела. Фига мы их сразу... А, они же заморожены были, точно. Мы же заморозили их. Потушили этот костер, и они были заморожены. Поэтому первый ход у них не вышел. Надо это событие тогда полностью пройти. Так, этого накумарили. Этого тоже. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Этот падает. Еще бы он не упал. Отличная экипировочка. Ну что, погнали далее. Подобьем этот шарик. По башке мы его оглушили, типа. Так, максимум 10 хп. Можно заморозить, да, я понял. Ну что, будем его атаковать? Давай атаковать. Хотя это, наверное, нам ничего, честно говоря, не даст. Пойдем сюда. Угу. Сундук открыли. Тут... Он убежал. Он убежал, где костер горит. Где потеплее, да? Ну что, давай его, наверное, бомбанем. Что-то я не могу его атаковать. Зато робот на нас наехал. 41 уровня. Слушай, а мы справимся здесь? Справимся. По мощам, ребят, мы серьезнее, чем они. Да ну, что-то они вообще какие-то ватники. Разбираются с полтыка. Сам видишь, да? Они даже нас пробить не могут, прикинь. Фу. Изично. Вот и все. Вообще легко. Опа, он еще и сундук мне оставил. С карточки призова. Так, ну что, пойдем дальше. Давай, давай, шарик, сдувайся. Оу, щит, ребята, вот это я лопухнулся. Вот это я сейчас лопухнулся. Слушай, он же упадет. Упадет вниз, так ведь? Вон он. А здесь я больше не... Да, ребят, здесь, к сожалению, я сундук уже не верну. Вот это обидно. Че, нам надо идти сюда? Бомбить этого робота? Да тут без проблем. Тут просто без проблем. Я просто хочу посмотреть, как этот делает свой суперудар, но... Походу не дождусь. Враг слишком легкий, что мы быстро его разбираем. Так, ну что, сейчас переходим мы здесь. Оп, подожди, 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 сундук. Блин. Можем мне вернуться? Так, это у нас оглушенный. Вот он, сундучок. Отлично, еще экипировочку взяли. Ну, а теперь можем уже и... Давай так вот сделаю. Потушили. Потушили. Вот я думаю, может быть, начали его забомбить? Нельзя его трогать. Бэйн. Драка с Бэйном. Упс, друзья мои, 32 тысячи мощей. Серьезная заявка. Да. Смотри, что вытворяет.
Так, ну что, солдатов у него нет. Остался только один Бэйн. Сможем ли мы его запинать? Вот в чем вопрос. Слушай, наверное, сможем. Есть. Есть, ребята. Забомбили мы его. И забираем сундук. Опа. Опачки. Ты видишь, что она выпала? Блин, а где же мы пропустили? Два сундука аж. Интересно. Один-то сундук я видел, он у нас утонул. С этим драться нельзя. Почему-то. Вот она, типа, карта, ну, боев. Ну да. По идее, тут надо было всех уничтожить. А если, например, переиграю? Так, башня еще. Че, мы выходим тогда отсюда? Видишь, если тут на 100% выполнено, то тут ничего подобного. Здесь не на 100%. Вон он, ящик, да, еще один? Или тот... Подожди-ка. Ага. Так, это что-то новенькое, кстати. Надо было заморозить здесь это, и все. Вот один ящик, который у нас, ребята, упал. Как бы мы его... Не получится его забрать обратно. Так, ну что, здесь вроде бы все. Тут тоже все. Это у нас уже новые уровни. Есть, нету? Нету. Так, но у нас есть призыв. По-моему, две штуки, да? Начнем призывать. Посмотрим, кто нам здесь достанется. Ну, это уже было. И все? Один? Я думал, что несколько призывов у нас. Всего получается один. Кому-то нужно помочь. Как тут помогать? Я не знаю, например. Так, и мы с тобой еще нашли... Вот. Делаем. Ну вот, совсем другое дело. Так, только ты не говоришь, что нужно будет еще эту комнату, что ли, раскрыть или что-то типа в этом роде. Это шлем, помнишь, мы шлем находили? Вот. Кстати, здесь нам нужно забрать награды. Опа, какая-то книжка. Давай, погоди-ка, а почему... Вот так вот я сделаю. Всех отправ... Ее одной достаточно, что ли, получается? Ну вот и все, что-то за книжка какая-то интересная. А у нее... А у нее, к сожалению, мы почему-то не можем задание взять. Жаль, очень жаль. Пока, видимо, все предметы мы на нее не найдем, ничего у нас не получится. Так, ежедневочку мы выполнили. Теперь давай посмотрим по прокачке. Так, девчуля, что тебе? Можно ранг? Угу, можно, конечно. Автоселект. Допустим, так и вот так. Повышаем уровень. Раз, два, три, четыре. Пятизвездочная теперь наконец-то настала. Почему-то вот этот скилл не открывается. Так, 45. Вот, открыли. Наконец-то.
У нее, кстати, мощей офигеть. 6 тысяч с лишним. А у Бэтмена, если посмотреть, сколько. У Бэтмена вообще что-то мало. Мало. Так, я хотел этого еще подкачать. Ага, не хватает. Кто-то качается чисто за... Подожди секундочку. За опыт, а кто-то качается именно за вот эти, ребята, осколки. То есть ты не всех можешь прокачать, получается. Так, ну что, допустим. Так, сундучок забираем. Так-с. Здесь что у нас? В коллекцию забрали. Осколок какой-то нашли. Ну, это наверняка в какую-то комнатку нужен этот осколок, 100% тебе говорю. Не пойму, что вот это такое? Вот это вот что? Не по-русски, ничего не понятно. Ну что, попробуем 6-1 миссию, друзья мои. Давай глянем. Так, 15 тысяч мощей, но для нас это пока ерунда. Уберем груда и поставим, наверное, вот так. Чем больше массовиков, тем лучше для нас. Да, тут полтычка вообще разносим. Можно было бы даже без этого суперудара. Так, опа, 2000 монет. Давай следующий уровень сразу же. По горячим следам. Так, минус солдатик. Еще прыгнул, блин. Давай, давай, машинка. Тиф, сразу всех. Нахлобучило. 6-2. Пройден. Двигаемся далее. Так, Блэк Манта плюс Робин. Вот вы когда, значит, делаете. Так. Мне не нравится, что у нас Капитан Холод имеет очень мало здоровья. Сейчас его подобьют. Ох, чувствую, подобьют его. Так и есть. Не тянет холодок-то у нас, я смотрю, в последнее время. Почему этот не делает свой суперудар? У него уже суперудар должен быть мощный, классный. Он его не делает. Мы, конечно, здесь справились, но с такой большой, ребят, натяжкой, если честно. Так, это что такое у нас? Так, что-то новенькое у нас тут появляется. Origins. Зеленая стрела. Это он так вот выглядит без костюма? Man, as an archer, you suck big time. That dude won't be able to sit like forever. I meant to do. Говорите нормально, ё-моё. Оливер Квин. Это Томми Мерлин. С таким луком. Food, drink, who knows? Who cares? I'm loving it. The hell was that? Well, looky here. The last thing I ever expected to find was a party on board. Add my name to the guest list. Железные ястребы. Лучше бы мне дали бы его в распоряжение. Тут еще будет история за Бэтмена Origins. За Бэтгерл. За женщину-кошку. За киборга. Интересно.
Так, давай с тобой 2000 потратим на 10 призовов. Прикольно сделали, а? Да, новенького нам тут ничего не выпало, к сожалению. К сожалению, да? Жаль, жаль. Да что ты мне даешь-то? Не надо мне это. Guild Info. Принимаем. Гильдия челлендж. Так, подожди-ка, где у нас изменить, чтобы, ну, положение в гильдии? Твои налево, я не помню. Онлайн, онлайн. Все на 5.30, я уже на 6.4. Это бесполезно здесь драться мне одному. Блин, да как же. Это магазин гильдейский. А где поменять именно вот не помню. Так, подожди, а вот это что такое? Конфирм. Ну, например, выбираем вот так вот. Здесь выберем вот так. Ага, 7.30. Стив, Бэтмен, Флэш и Супермен. А, это тут вопрос какой-то написан, да? Woman Diana. Супер-женщина Диана. Что-то там тыры-пыры. Ты должен был ответить. Ну, я ответил. Наверное, неправильно. Так, скоро уровень получим. 13-й. Опа. Давай 5 карточек сюда. 5 карточек на призов. 3000 нужно насобирать, твою налево. Ну что, открываем сразу, наверное. Отлично. Так, пугало. Капитан Фриз. Капитан Отражение. И Блэк Манта. И Блэк Манта, да? Так, подожди, подожди, а вот это вот, что у тебя здесь? Ага. Следующая сцена будет на 6.30. А у нас пока 6.4. Ну что, погнали? 15 тысяч. Ну, я думаю, здесь мы справимся вообще в легкую с нашим противником. Когда вот такие обычные, да, бои проходят, легче легкого. А вот когда уже начинают с боссами быть, там, конечно, начинается сложновато. Там и мощь у команды, извини, не такая слабенькая. Все, порвали. Давай далее. Так, а здесь Бэйн и... Чего это за маг? Ну ведь не доктор же кто. И не загадочник. Загадочник смотрится по-другому немножко. Так, хоба. Ну, Бэйна сейчас мы уже завалим. Кто же ты такой, а? Друзья, напишите в комментариях, что это за маг. Так, мы Бэйн, все, готов.
Он весь задебафанный, горит, плюс заморозка на нем. Блин, гранатометчики такие паршивцы, ты посмотри, а. Так, ну что, добьешь ты? Молодец, красавица. Добила она их все-таки, всех. Но тут тоже все будет легко. Предводителя у них нет, это обычные рядовые мобы, с которыми мы, естественно, быстро разбираемся. Что? И здесь то же самое. Это 6-8 стадия. Ага, Хантрес и зеленая стрела. Вот эта вот массовая атака меня вот напрягает просто. И еще напрягает их инициатива. Они ходят быстрее, больше и быстрее, чем я. Блин, почему они все время атакуют именно капитана Холода, а? Франка вообще, вообще никто не трогает практически. Трындец. Все, ушатали. Да, бедный Франк. Хантерс мы, надеюсь, запинаем вдвоем-то. Отлично. Это уже 6-10 идет. Слушай, Бэтмен что-то меня немножко напрягает. Знаешь почему? Потому что у него нет особых таких сильных атак. Понимаешь? Не, ну у него есть одна атака, это когда он выпускает батаранги, это да, тут не поспоришь. Они наносят массовую атаку. Так, ну что, друзья, давайте, наверное, мы на сегодня закончим эту серию. Завтра уже продолжим. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.